Салам алейкум, дамы и господа, представляю вам Volkswagen Golf, который является одним из самых универсальных автомобилей. Но если еще подставить надпись GTI, то получится довольно быстрый универсальный автомобиль. Король всех ход хэтчей. Volkswagen Golf GTI 2021 года. 2 литра мотор на 245 лошадиных сил. От обычного Golf'а это отличается вот этими вот красными, смотрите, шильдиками, которые очень сильно выделяются. Также здесь у нас вот такие вот 18-е колеса с литыми спортивными дисками. Теперь посмотрим, какой у нас салон. Можете посмотреть. Салон у нас сделан из такой вот трушной, знаете, ткани клеточной. Никакой кожи. Только спорт, такие вот спортивные плюс-минус сиденья. Давайте сядем. Здесь классная боковая поддержка, поэтому сидится здесь просто великолепно. Спортивный руль очень толстый, как вы видите, здесь есть тот же. Сейчас сфокусируется камера. Вот вам, наверное, видно. Шильдик GTI тоже красно выделено. Еще есть вот такая вот необычная коробка передач. Start-stop engine. То есть это всегда удобно. Я заметил это у всех Volkswagen, что они возле коробки передач. Также здесь очень крутая мультимедийная система. Вот это технологичные все штуки, вот этот дисплей, это надпись Golf, очень круто выглядит, еще таким зеленым подсветом, очень стилево, здесь вообще в зеленом стиле сделано, также тахометр и спидометр, они электронные тоже, и вот этот вот мультимедийный системы экран, отлично, отлично. Также прошу заметить на вот этот интересный рисунок, в виде соты пчелиной, а? Очень напоминает. То есть на тех же Lamborghini, напоминаю вам всем, что Volkswagen владеет и Lamborghini, и Bentley, и Porsche. То есть вообще на базе Volkswagen Touareg был сделан Q8 и Lamborghini Urus. И как в Lamborghini, или скорее в Lamborghini, как в Volkswagen, есть вот эти шестиугольные штуки, которые напоминают нам пчелиная сота. Соту пчелы. А теперь также подстаканник. Теперь перейдем назад. Сзади у нас тоже сделано в такой же стилистике. Сиденье, кондиционер, такие вот фонари здесь. Давайте посмотрим багажник. Вот таким, также вот здесь надпись GTI, шильдик. Таким вот интересным способом открывается багажник. Так, что-то он... Сейчас. Вот, пожалуйста, что-то долго открывался багажник. Здесь 380 литров, пожалуйста. Достаточно просторно, чтобы положить сюда, поехать куда-нибудь на пикник. Но мне кажется... Эта машина больше выходного дня, так как она очень быстрая. Говорю же, это король ход хэтчей. С вами были UAE Supercars. Покупайте только лучшие и очень качественные автомобили. Всем пока!